Идем дальше. У столичных сокольников будет новый фирменный стиль. Руководство планирует показать обновление москвичам и гостям столицы ко дню города. Главной эмблемой парка стало солнце, которое принимает нужную форму в зависимости от контекста. Мы выбрали вариант, который отражает в первую очередь структуру парка, историческую структуру парка, поскольку то, что является историческим наследием, это как раз лучевое построение, то есть круг и лучи в виде солнца. Это наша изюминка, это история города, история нашей страны, и в логотипе эта история отражена в виде этих лучей. С другой стороны, этот логотип дал возможность отразить все направления возможного отдыха, как вы видели, там, начиная от кусочков пиццы, эстрады, велосипеда, колеса, книги, страниц книги. То есть все это вживую можно продемонстрировать в виде нашего логотипа. С 19 мая российские и зарубежные компании разрабатывали новый брендбук парка, который включал в себя логотипы, шрифты, различные стилеобразующие элементы. Победитель получит вознаграждение в размере 300 000 рублей и станет официальным партнером сокольников по развитию фирменного стиля.